Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить в течение, я надеюсь, 2 часов? Как прогнозировать временные ряды, как вообще с ними можно работать, какие есть подходы, методы обработки временных рядов, очистки данных, подготовки их для моделей. И самое-самое такое главное, мы каждую нашу модель будем пытаться подвести к поиску аномалий в этих временных рядах. Почему так, расскажу чуть попозже. Соответственно, начнем мы с самых простых методов, связанных с различными метриками по окну, рассчитываемых в нашем ряду. Перейдем к скользящим средним, к экспоненциальному сглаживанию в трех его различных видах. Поговорим немного об эконометрическом подходе к работе с временными рядами и к feature-based. Я тут вопросик поставил, не знаю, стоит ли его так называть или нет. Это подход, когда мы пытаемся из нашего временного ряда генерировать как можно больше интересных признаков, которые будут его характеризовать, и на основании этих признаков пытаемся спрогнозировать ряд при помощи линейных, нелинейных моделей и всего такого прочего. Кого будем слушать в ближайшие 2 часа, немного представлюсь и расскажу о себе, чтобы было понятно. Я закончил матэконом факультет Иханского университета. Дальше пошел в Центр матфинансов МГУ на программу «Количественная аналитика и анализ данных». Закончил ее, потом год на ней же преподавал анализ данных в Питоне, после чего пошел на ДПО ПКН «Душе», где Юра Кашницкий мне в том числе преподавал анализ данных в Питоне. И, наконец, спустя все мои эти приключения с образованием, я оказался в компании ZeptoLab, где я работаю по сей день на позиции дата-сайентиста. ZeptoLab — это игровая компания, которая, возможно, многим вас и знакома по умному или еще по каким-то веселым тайтлам. Вот, собственно, в ней я и обитаю и занимаюсь анализом данных в игрушках. Собственно, чем я там занимаюсь? Какие возникают задачи в день деле? Почему я вообще начал заниматься временными рядами достаточно плотно? Что именно? Сподвигло, скажем так. Задач, на самом деле, много. Они абсолютно разные, и классификация, и кластеризация, и регрессия. Все это добро можно легко найти, все это есть. В частности, предсказание оттока пользователей или предсказание платежей – это классическая задача классификации, где у вас есть множество признаков, которые характеризуют пользователя, его внутриигровое поведение, соцдем-факторы и так далее, на основании которых можно попытаться сделать прогноз, когда он от нас уйдет или когда он нам заплатит. Еще одна задача – это предсказание различных как раз временных рядов, предсказание объемов установок по нашим сайтам, предсказание онлайн-игроков, просмотров рекламы и много-много-много еще разных параметров, сотни временных рядов, для каждого из которых нужно либо подбирать модель вручную, либо придумывать какой-то более универсальный подход. В этом мы тоже поговорим. Предсказание ТВ, оптимизация рекламы, детектирование аномалий и так далее, вот как раз, когда я занимался полгода назад задачей по детектированию аномалий, мне пришлось плотно достаточно познакомиться с различными вариантами прогнозирования временных рядов, потому что как мы можем поймать аномалию, нам нужно ее с чем-то сравнить, текущее значение временного ряда, и понять, уклоняется оно от нормы, которую мы спрогнозировали, или нет. Собственно, зачем это нужно? К сожалению, люди не идеальны, сервера не идеальны, приложения тоже не идеальны. И иногда возникает такая ситуация, что ваш сервер просто взял и отвалился. В результате вы теряете пользователей, вы теряете деньги, теряете много чего. И, соответственно, хочется, очень хочется такие ситуации отлавливать вовремя и с ними бороться как можно скорее. Вот типичный пример. Наш онлайн-часовой игроков, который шел замечательно и стабильно по дням и по выходным, и тут внезапно обвалился. Как выяснилось, через несколько дней у нас там стояли сервера, была какая-то проблема, и узнали мы это слишком поздно. Поэтому нужно было начать заниматься системой, которая смогла бы эти аномалии отлавливать как можно скорее и предупреждать об этом. Поэтому я начал заниматься прогнозированием временных рядов. И, конечно же, я встретился с кучей разных интересных подходов, потому что Google в помощь, временные ряды можно прогнозировать с очень и очень разными методами. Можно навернуть рекуррентную нейронную сеть или LSTM. Можно ряд разложить спектрально, посмотреть, какие там признаки выделяются, и что-то сделать из этого. Можно навернуть ансамбль из сотни моделей
и надеяться, что его качество будет устойчивым, независимо от времени. Можно настапать еще больше слоев в нейросетку и так далее, и так далее. Подходов много, не все они хорошие. А почему? Потому что есть немножко ограничений на подходы. Первое и самое важное – это, конечно, время на разработку решения. К сожалению или к счастью, в бизнесе и в геймдеве нужно решение предоставлять достаточно быстро. И оно должно как можно скорее внедряться и приносить какую-то пользу. Поэтому, если вы долго-долго настраиваете для одного единственного временного ряда рекуррентную сеть, это, конечно, замечательно и позволяет вам освоить новые навыки и способы работы с временным рядом. Однако это может не так понравиться бизнесу, если вы уже третий месяц сидите и для одного единственного ряда пытаетесь что-то изобразить. А дальше, конечно же, не стоит забывать об эффективности модели на других временных рядах, приложениях и событиях. Если мы говорим о системе для поиска аномалий, она должна искать аномалии в сотнях временных рядов, и вряд ли к каждому из этих временных рядов вам захочется находить индивидуальный подход. В частности, настраивать каждый раз арио-модель или что-нибудь тяжеловесное. Поэтому нужно думать о generalization, обобщающей способности ваших моделей и о том, чтобы их переносить на другие временные ряды, в разрезе этой задачи, которую. И, конечно, надежность и автоматизация. Не хочется, чтобы модель внезапно перестала работать или чтобы ее настройка подразумевала ручное прочесывание ряда, избавление от каких-то там выбросов, приведение его к нормальной форме и так далее, и так далее. То есть об этом тоже не стоит забывать. Итак, да, еще нужно вовремя остановиться, потому что не всегда точность модели равна ее экономической пользе. Условно, если вы предсказываете какой-нибудь онлайн-пользователь, и вы ошибаетесь на 1000 игроков, что примерно составляет примерно 1% от всего онлайна, или если вы ошибаетесь на 500 игроков, что, например, 0,5%, это уже не так важно. И если в погоне за точностью вам нужно тратить еще больше времени, это может быть не так хорошо. О, спасибо. Вот. Поэтому не стоит забывать, что тяжеловесные, опять же, подходы, которые сложно настраиваются, дорого настраиваются, но при этом дают лучший результат по метрикам, это не обязательно хорошо. Да, о чем я уже говорил, какой-то минимально жизнеспособный продукт нужно запускать как можно раньше, чтобы, посмотреть, что он действительно работает, протестировать его, убедиться, что все хорошо, найти кучу багов, кучу недостатков, быстро их исправить и снова повторить итерацию. И, во-вторых, чтобы долго не сидеть над одной моделью, тестировать несколько и запустить продукт, наконец, чтобы он начал приносить пользу. Так, и да, поддерживать код проще, когда он простой. Снова, если это большая, тяжелая система, скорее всего, понадобятся новые итерации для добавления новых приложений, для добавления новых фичей, каких-то изменений, глобальных или локальных, неважно. В любом случае, к коду придется возвращаться, и если это что-то исследовательское, тяжеловесное, чинить это будет гораздо сложнее. К сожалению, на собственном опыте проверено. Так, ну, начнем с самых простых методов, самых простых подходов к анализу временных рядов. Пока что еще не в питоне, просто в теории. Посмотрим, что в принципе есть. И первая вещь – это statistical process control, который на русский можно перевести как статистическое управление процессами. Штука была разработана еще в 1920-х годах, активно начала развиваться, по-моему, после 40-х годов. Суть предельно проста. Мы пытаемся понять, какой процесс генерирует наш временной ряд, понять его специфические ограничения и эти самые ограничения выставить в качестве верхнего, например, и нижнего интервала. Мы должны при этом очистить наш временной ряд от некоторых особенных причин изменчивости, которые действуют на нашу систему извне. Условно, если мы говорим опять про игру мобильную, например, про приложение, внешней причиной могут быть праздники, которые сильно сдвигают онлайн-игроков вверх, или выпуск новой версии приложения, это тоже внешняя причина изменчивости, которая кардинально может поменять наш временной ряд, сдвинуть его куда-нибудь наверх или вниз, неважно.
И это тоже помешает нам выставить хорошие интервалы доверительные, в которых пренумерат будет содержаться. Ну и, наконец, третьим шагом будет мониторинг текущих процессов, что, собственно, вот на этой картинке изображено. Некоторый временной ряд с посчитанным средним, с посчитанными доверительными интервалами. И вот он в этих интервалах колеблется, как только за них выходит, срабатывает какое-то предупреждение. В чем плюсы? У нас это самое простое, что можно придумать. Если вы знаете, что ваш процесс, ваша метрика, неважно, не может выйти, например, за пределы 5-10 условно, выставляете эти пределы и ждете, пока он выйдет, чтобы сработала аномалия. Проще простого. Так, следующее, это критерий Колмогорова-Смирнова. Гиперметрический критерий, который, как ни странно, тоже можно использовать для поиска аномалий во временных рядах. Собственно, что этот критерий делает? Он проверяет, насколько похожи два распределения или две выборки из распределения друг на друга. Что это означает для нас? Наш временной ряд, как непрерывная такая переменная, можно разбить на окна. И два соседних окна можно считать выборками из распределения процесса, который генерирует весь временной ряд. А дальше, если мы сравним две выборки из временного ряда друг с другом и прогоним по критерию Холмогорова-Смирнова, то мы поймем, похоже распределение величины этих двух окон друг на друга или нет. Если они действительно не похожи, опять же срабатывает аномалия, что что-то у нас сломалось. А в чем плюс этого подхода? Ну, во-первых, он опять же простой. Мы считаем один единственный статистический критерий, мы подбираем только один параметр, это ширина окна, которая будет дробить наш временной ряд. Он будет работать на периодических данных, если наш период будет помещаться в выбранный размер окна. И, что особенно приятно, он устойчив к выбросам, потому что, опять же, мы идем по окнам, значит, какие-то небольшие отклонения не так сильно будут влиять на наш временной ряд, если размер окна достаточно большой для расчета критерия. Однако у этого подхода есть много минусов. Будет очень часто ложно срабатывать при наличии трендов и сезонности. К сожалению, временной ряд — это не независимо распределенные случайные величины, зависимость у них как раз-таки должна быть, как мы очень сильно надеемся, и из-за этого выборки получаются тоже не случайно и не независимо. Поэтому, если есть какой-то восходящий тренд, условно, мы дробим его по окнам, само собой, этот тренд кардинальным образом поменяет распределение у начального и у конечного окна. То же самое с сезонностью. Если период сезонности, например, больше, чем размер нашего окна, в одном окне мы поймали снижение, в другом окне поймали повышение. Вот у нас все уже сломалось, выборки не похожи друг на друга. И еще один минус: нужно много, очень много, да, сотни там с лишним наблюдений данных в пределах одного окна. Что, к сожалению, тоже не всегда можно себе обеспечить. Например, у вас какие-то 5-минутные тики, нужно быстро срабатывать на изменения. А вы ждете, пока наконец-то наберется у вас 100 этих наблюдений, чтобы можно было сравнить с предыдущим окном. Ну, тоже нехорошо. А за то, что приятно, в принципе, основной смысл использования такого подхода – это верхнеуровневое исследование вашего временного ряда. А, например, если вы хотите быстро понимать, в какой временной период произошла ошибка, произошел сбой, нашлась аномалия, то, возможно, Холмогоров-Смирнов вам как раз в этом поможет. То есть вы его прогоняете, в определенном окне он поймает ошибку и скажет, что, ага, например, с 1 июля там, по 3 июля ошибка была, и вы ее найдете. Так, далее, переходим к оконным оценкам. Собственно, что здесь имеется в виду? Простая скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя и прочие метрики, которые мы считаем по определенному участку нашего временного ряда, постоянно сдвигая этот участок вперед в будущее. Во-первых, это что-то помогает нам сгладить временной ряд. Чем это хорошо? Очень часто временные ряды бывают сильно зашумленными, много выбросов, много каких-то структурных сдвигов и непонятных вещей. Различные скользящие по окну метрики способны сгладить временной ряд, выделить в нем более очевидные тренды, убрать какие-то выбросы, ну и в целом привести его к удобоваримому виду, чтобы можно было уже дальше анализировать. Собственно, начнем мы с простой скользящей средней. Да. Вот.
В чем у нас были плюсы таких оконных оценок? Они очень просты в использовании. Опять же, это буквально одна функция. Это один единственный параметр ширина окна, в котором вы ее вычисляете. Это быстро, это просто. А в чем минусы? Предсказывать, к сожалению, мы сможем чаще всего на один шаг вперед, потому что мы оцениваем функцию на каком-то окне. И для того, чтобы получить предсказание на следующий шаг, нам, к сожалению, нужно знать текущий фактический. Иначе мы ничего предсказать не сможем. И опять же, много ложноположительных значений из-за того, что оконные метрики не способны ловить тренды, сезонности, и они просто будут давать среднее взвешенное такое предсказание, которое не будет учитывать все особенности нашего ряда. Так, сейчас я попробую переключиться на ноутбук, чтобы можно было посмотреть немножко на эти сходящие средние. Руководствоваться я буду в основном статьей, которая есть на Хабре, тема 9. В ней уже есть все эти функции реализованные. Ну, я буду оттуда немножко таскать. Так. Да, я сейчас не так переключу, что нужно. А, переключаемся на браузер. Замечательно. Так, теперь, надеюсь, вам будет видно код. Это код как раз статьи. Так, импортируем все, что нужно, и построим график. Собственно, здесь я взял реальные данные из одного из наших приложений. Правда, немножко уже устаревший, по-моему, это прошлый год или позапрошлый год, но не так страшно. Это онлайн игроков с часовыми типами. То есть данные у нас здесь будут по часам и за несколько месяцев. Итак. Если мы говорим про... Что же не видишь? Вот, видите. Да. Простая скользящая средняя. Что мы говорим? Мы предполагаем, что завтра будет примерно как вчера, и пытаемся усреднить несколько предыдущих значений ряда и получить на основании них прогноз на один шаг вперед. Не самый такой полезный, наверное, подход, но... Тем не менее, одно предсказание мы дать можем. Долгосрочно, конечно, такой прогноз не будет сделать, как раз из-за того, что мы сможем прогнозировать это на один шаг вперед, но зато он позволит нам выделить в временном ряду различные тренды. И сейчас мы это разгоним. Собственно, если мы возьмем, например, и наш ряд сгладим по дням, то есть выставим в качестве параметра окна 24 часа в дне, то мы получим вот такую зеленую красивую линию, которая усреднила нам все эти значения и стал отчетливо виден, например, тренд по дням. На выходных у нас есть подъемы, по будням у нас спады, и это все выглядит гораздо приятнее. Если мы сгладим по неделям, то есть 24 дня, и еще умножаем на 7, то увидим, что вот у нас недельный тренд. Есть какие-то подъемы с выходом новой версии, есть какие-то спады и так далее. Это как раз позволяет вам выделить тренды в ряду, оценить их влияние на ряд, посмотреть, куда он двигается, ну и просто познакомиться с рядом повыше. Опять же, можно из такой даже наивной немножко модели сделать систему, которая будет способна детектировать аномалии. Для этого нам всего лишь нужно в окне считать не только среднее, но еще и стандартное отклонение для значения текущего ряда, и тогда, прогнозируя на один шаг вперед, или оптическое значение на этот же день, мы, сравнивая их друг с другом, можем сделать вывод о том, аномально текущее наблюдаемое значение или нет. То есть оно выбивается за пределы наших двигательных интервалов, рассчитанных по окну, значит, это значение аномально, если нет, то все хорошо. И такая ситуация, в принципе, очень легко вам облегчить задачу по детектированию аномалий, если действительно нужно просто на один тип вперед смотреть, и не особо заморачиваться с сезонностью, с трендами и так далее, а просто какое-то общее поведение следует ряд. Расширением нашей скользящей средней будет взвешенная средняя. Здесь параметров гораздо больше добавляется. Это модификация, которая учитывает разный вес наших последних наблюдений. Например, мы можем считать, что вчерашнее значение для прогноза на сегодняшний день гораздо важнее, чем то, которое мы наблюдали условно 2 недели назад. В зависимости от этого мы можем выставить веса
с которых будем взвешивать наши значения ряда, и опять же получить прогноз. Скорее всего, он будет лучше отражать реальность в этом случае, если мы грамотно настроим эти самые веса. Так, далее экспоненциальное значение. Это следующее расширение оконных функций. А здесь мы будем взвешивать наши последние n значения ряда не при помощи каких-то весов, а считая, что их вклад в текущее прогнозное значение должен экспоненциально убывать по мере того, как они удаляются от нашего наблюдаемого значения. И за скорость убывания этого влияния будет отвечать коэффициент альфа, который еще называется сглаживающим фактором. Собственно, он будет показывать, как быстро мы хотим забывать последнее доступное значение ряда, или наоборот, как медленно мы хотим эти изменения забывать. Соответственно, чем меньше альфа, тем больше влияние будет оказывать прошлые значения фактически ряда, и тем сильнее будет у нас общий ряд сглаживаться. А сама экспоненциальность будет скрываться в рекурсивности этой функции. Так, я сейчас попробую перейти сюда и немножко даже порисовать. Да, ну, собственно, что здесь у нас происходит? Хорошо. Это не работает, а это... Ага, это работает. Ну ладно, попробую так. То есть наше значение ряда, наше текущее значение ряда, все-таки нарисует, представляет собой не что иное, как наш сглаживающий фактор альфа, умноженный на наблюдаемое значение ряда, плюс 1 минус альфа, который мы умножаем на предыдущее модельное значение ряда. Прошу прощения за этот замечательный почерк. К сожалению, я здесь в первый раз с этим стилусом работаю, но будем надеяться, что что-то из этого будет понятно. Вот. В то же время наше модельное значение ряда y, p, минус 1, если что иное, как альфа, y, p, минус 1, плюс опять этот самый сглаживающий фактор 1 минус альфа на y, t минус 2. И вот этот множитель 1 минус альфа, 1 минус альфа будет повторяться до тех пор, пока мы не придем наконец к нашему самому первому значению y. Значит, первое модельное, y все-таки нулевое модельное, которое было просто равно y нулевое, наше начальное приближение. А до этих пор у нас все время повторялся множитель 1 минус альфа, умножаясь в самый себя, и в итоге мы получаем такую экспоненциальную взвесь наших модельных значений ряда, которые в итоге сглаживают исходный ряд. Здесь картинка. Собственно, если мы реализуем эту функцию в питоне, опять же, задав как первое сглаженное значение фактическое значение ряда и построим график с различным альфа, то можно будет посмотреть, как будет выглядеть наш сглаженный ряд. Опять же, чем выше значение альфа, тем больше вес мы будем давать последнему доступному наблюдению, а значит, чем менее будет сглаженный ряд, и чем меньше значение альфа, ну, в данном случае оранжевый лимит альфа 0,05, тем наоборот, мы меньше вес будем придавать фактическому наблюдаемому значению и больше вес истории, а значит, ряд будет сглаживаться сильнее. К сожалению, опять прогнозировать при помощи такого оконного подхода можем только на один шаг вперед, что, конечно, здорово, но недостаточно. И более того, с этим подходом есть еще одна нехорошая вещь, а именно, так, вот еще браузеры, переходим к картинке. Это я все очищаю. Проблема в том, что экспоненциальное сглаживание, возможно, неплохо себя покажет на рядах примерно вот такого вида. То есть мы как-то сгладим ряд и какой-то получим прогноз, вот этот первый шаг, который будет более-менее похож на наш ряд. Однако, если в нашем ряду есть некоторый тренд, например, восходящий, то экспоненциальное сглаживание будет все время догонять этот тренд, но идти ниже него.
Потому что как бы мы ни настроили наш параметр альфа, в любом случае восходящий тренд будет подгонять наши взвешенные значения, и, к сожалению, прогноз будет стабильно заниженным. Чтобы такой ситуации не происходило, переходим к расширению этой модели, а именно к двойному экспоненциальному сглаживанию. Смысл двойного экспоненциального сглаживания в том, что помимо нашего уровня ряда, то есть самих значений ряда, мы добавляем новую составляющую тренд. И тренд как раз будет выделяться из нашего исходного ряда и моделироваться отдельно. То есть, по сути, это не что иное, как сглаживание нескольких составляющих, нескольких компонентов ряда, отдельно уровня, он же level, он же intercept, и отдельно тренда. В результате мы получаем вот этот набор функций, где наша первая функция будет описывать уровень ряда, который будет точно так же зависеть от последнего наблюдаемого текущего значения с коэффициентом альфа, отвечающим за то, как быстро мы будем забывать историю. А второе слагаемое уровня теперь будет разбиваться на текущее значение уровня, которое мы получили, и составляющие тренда. Сам тренд мы будем моделировать, в данном случае, как разность значений уровня, и тоже экспоненциально сглаживать с коэффициентом бета. Соответственно, итоговое предсказание будет просто суммой этих двух модельных значений уровня и тренда. Что здесь хорошо? Мы наконец-то смогли моделировать тренд. Если мы сейчас построим сглаживание с различными параметрами альфа и бета, мы увидим, что у нас ряд стал лучше приближаться к нашим сглаживаниям. Что не очень хорошо, нам придется теперь настраивать сразу два параметра. Первый будет отвечать за сглаживание вокруг тренда, второй за сглаживание самого тренда. И это лучше всего настраивать на кросс-валидации. Так, теперь, если мы, например, столкнемся с таким рядом, в котором есть тренд, то мы будем гораздо точнее его приближать как раз за счет этой компоненты тренда. Однако проблема в том, что прогноз такого ряда, например, на данных, в которых есть не только тренд, но еще и сезонность, будет не самым оптимальным. Здесь мы его будем неплохо взвешивать, а вот дальше это получится просто прямая. Почему? Потому что у нас нет пока компонента, отвечающего за сезонность, и прогноз будет строиться на основании просто последнего смоделированного значения уровня нашего slope level и тренда. То есть мы просто моделируем линейный тренд. Соответственно, чтобы смоделировать, наконец, и сезонную компоненту, переходим к финальному расширению, а именно к модели Хольта-Винтерса, она же тройное экспоненциальное сглаживание. Так, переходим сюда. Да, тройное экспоненциальное сглаживание. Модель Хольта-Винтерса. Собственно, всеми этими моделями занимался сначала господин Хольт, а позже подхватил его студент Винтерс. Хольт начал как раз экспоненциальное сглаживание, и двойное экспоненциальное сглаживание Винтерс расширил его наконец до тройного экспоненциального сглаживания, добавив сезонную компоненту. Соответственно, этот метод хорошо себя покажет на тех рядах, в которых у вас есть одновременно и трендовая составляющая, и сезонная, и это видно по самому ряду. И сезонная компонента в этом случае будет объяснять изменчивость нашего ряда, очищенного от тренда. То есть колебания мы, в принципе, можем учитывать при нашем прогнозе. А характеризоваться эта компонента будет длиной нашего сезона. То есть, например, если мы еще раз посмотрим на наш исходный ряд. Если мы еще раз посмотрим на исходный ряд, видно, что он колеблется действительно вокруг уровня тренда. То же самое мы наблюдали после того, как взвесили этот ряд нашими нисходящими средними. Мы увидели, что есть дневная сезонность, дневная сезонность есть и часовая сезонность. Соответственно, это можно учесть в сезонной компоненте, задав соответствующую длину сезона. Уровень теперь у нас будет зависеть от текущего ряда, очищенного от этой сезонной компоненты. Тренд остался без изменений. А саму сезонную компоненту мы будем оценивать по имеющимся наблюдениям. Про оценку, наверное, можно отдельно рассказать и про начальные наблюдения.
Мы это опять с вами можем рисовать. О. Соответственно, если в модели панела специального сглаживания мы сезонные компоненты не обладали, то здесь нужно не каким-то образом получать. Как мы это можем сделать? Да. А по большому счету для этого нам нужно посчитать среднее значение нашего ряда по выделенным сезонным компонентам. То есть, если мы знаем, что в нашем ряду присутствует дневная сезонность, значит, нам нужно представить наш ряд в виде нескольких последовательностей дней, условно выделим отдельно элементы, которые отвечают за понедельник, отдельно за вторник и так далее, и так далее. И соединим по ним и получим значение компонента, который будет характеризовать поведение нашего ряда в понедельник, поведение во вторник, ну и так далее. То есть, по сути, мы считаем такие средние по нашим компонентам и дальше используем их в прогнозе. Так, что позволит нам, во-первых, предсказывать на несколько шагов вперед, а во-вторых, учитывать сезонность. Кроме того, здесь есть небольшое расширение этой модели. Если мы обращаемся к поиску аномалий, метод Бруклага, который можно прочитать по ссылке. Чем этот метод очень хорош? Он использует те параметры, которые мы получили в модели Хольта-Винтерса, то есть ценовые функции на уровень, на тренд и на сезонность, и на основании них мы можем построить наши доверительные интервалы. По сути, он просто моделирует абсолютное отклонение или точно так же взвешивает его экспоненциальность с параметром гамма, который был оценен по сезонной компоненте. Таким образом, мы можем получить на каждой построенной нами модельной точке некоторый доверительный интервал, моделирует фактически дисперсию нашего временного ряда, и на основании этого будет видеть о том, аномальное это значение или нет. По коду я сейчас проходиться не буду, он достаточно большой, потому что модель непоносима, можно ознакомиться с ним самостоятельно, но в принципе все, что здесь происходит, мы точно так же рассчитываем начальное значение нашего тренда, начальные сезонные компоненты, просто усредняя по разным сезонам наше значение ряда. И, наконец, переходим к самой модели, представляем в перечисленной формуле наше рассчитанное значение и прогоняем по всему ряду. А на выходе получаем хорошую модель. Но перед тем, как эту модель построить, мы немножко поговорим о том, как эти параметры подбирать не руками. Потому что, как вы, наверное, уже успели убедиться, даже в модели двойного экспоненциального сглаживания, которая казалась бы весьма проста, эти два параметра подобрать не так-то просто, альфа и бета. А значит, нужен какой-то универсальный способ для оценки качества модели с разными параметрами и их подбора. К счастью, такой универсальный способ у нас есть, называется он кросс-валидацией, и ничего нового. Мы выбираем нашу стандартную функцию потерь, которая лучше всего подходит для задачи, и градиентным спуском будем приближать нашу функцию к минимуму, чтобы все было хорошо. Соответственно, какая здесь есть небольшая загвоздка, кросс-валидацию нужно сделать по-умному. Мы здесь не можем использовать просто рандомное разбиение на фолды из-за того, что в нашем временном ряду мы подразумеваем все-таки зависимость от времени. А значит, если мы случайно перемешаем наш временной ряд, когда будем бить на фолды, мы просто-напросто узнаем информацию о будущем в прошлом, переместим прошлое в будущее и еще сделаем много нехороших вещей, потеряв зависимости между данными. Поэтому так делать не стоит, и данные нужно бить последовательно в этом случае. Собственно, эта картинка очень хорошо иллюстрирует, как это происходит. Наши исходные данные, мы, например, здесь бьем на 4, получается, фолда. В первом случае мы, например, от нулевого значения до 1/4 наших данных разбиваем весь ряд. Разбиваем его на трейн-тест, включаемся на трейне, прогнозируем на тесте и смотрим, какое качество получили. Дальше мы расширяем нашу обучающую выборку предыдущим тестовым значением, а тестовые значения сдвигаются на столько шагов в будущем. Проделываем все те же самые шаги до тех пор, пока не доходим до самого конца нашего ряда. В результате мы получим
нашу стандартную, в принципе, кросс-валидацию, на которой можно оценивать параметры и подбирать параметры для нашей модели. Хотя сразу скажу, что не всегда это нужно делать. Иногда, если вы видите, что в вашем ряду отчетливо есть какая-то структура, которая, в принципе, со временем не меняется, возможно, не обязательно бить именно таким образом, который зависит от времени. Честно скажу, сам в многих моделях использую просто рандомное разбиение, обычно кейпол, и замечательно работает. Просто потому, что не все ряды так сильно меняются, особенно если вычесть из них тренд, как-то предварительно немножко предобработать. В принципе, кейпол тоже заходит. Но лучше, наверное, правильнее все-таки делать именно кросс-валидацию, зависимую от времени. В эскалерной, к счастью, эта функция есть, это прояснилось. В том же самом Model Selection, где лежит сейчас Trend Test Split, там же лежит и Time Series Split, который вы буквально можете указать число разбиений, которое нужно, и передавать этот объект генератора разбиений в объект модели с кросс-валидацией. Собственно, здесь, например, попробуем как раз это сделать и обучим нашу модель только индекса. Собственно, что мы здесь сделаем? Получим отложенную выборку, в данном случае это 500 значений, то есть 500 часов для будущего. Мы инициализируем наши значения параметров, альфа, бета и гамма. Инициализация может быть рандомной, я выбрал нули, в принципе, не столь важно. А для оптимизации мы будем использовать, здесь там Кейтед Ньютон, какой-то градиент, честно говоря, плохо знаю, что это за метод, но он позволяет оптимизировать функцию потерь с заданными ограничениями на наши параметры. А это именно то, что нужно в модели Hoyt-Winterса. Потому что посылки, в принципе, этой модели является то, что и альфа, и бета, и гамма, все эти сглаживающие факторы для уровня тренда и сезонности должны принимать значение от 0 до 1. Потому что иначе наш ряд бы пошел просто разный. Соответственно, если мы запустим эту оптимизацию, надеюсь, она быстро работает, и можно будет спрогнозировать и посмотреть, что у нас получится с этой моделью. Кажется, там 2,6 часов. Так, вы пока можете сказать, что там со звуком у нас происходит. Хорошо или нет. Я заодно проверю слайд. Нет, в слайде все хорошо. А здесь... Да, на YouTube не особо пишет. Ну, будем считать, что со звуком более-менее нормально. Опять же, если какие-то места непонятными оказались, или шум был слишком большой, или фамилия, или еще что-то, вы можете писать ваши вопросы в Slack. Под анонсом лекции я показал, собственно, ник, на который можно меня дергать. И, наверное, вы можете писать в чат. Да, вот здесь как раз пишут, что шипит. Скорее всего, шипит ноут. С этим я ничего не могу поделать, он реально греется и реально шипит. Поэтому прошу прощения, но с этим придется мириться. Итак, и теперь мы можем наш график нарисовать. Нарисуем наш график, и вуаля. Что у нас здесь происходит? Во-первых, мы замечательно подобрали наши параметры альфа, бета и гамма, так что они хорошо сглаженным своим значением подгоняются под наш исходный ряд. Что еще замечательно? Если вы видите, наверное, да, это видно хорошо, у нас есть области, в которых значения доверительных интервалов то расширяются, то вновь сужаются. Красные точки – это отловленные модели аномалии, которые выбились за пределы нижнего доверительного интервала. Опять же, это здесь вот есть в коде. Мы как аномалии считаем только те значения наших данных, которые оказались ниже, чем предсказанные модели нижнего доверительного интервала. Если вам интересно в качестве аномалии считать те значения, которые выбились наверх, просто нужно добавить такую строчку и поменять на противоположный знак. Соответственно, откуда возникают вот такие красивые расширения и сужения? Это очень и очень классная особенность модели Hoyt-Winterса с бэклагом, а именно возможность моделировать наше отклонение. Если ряд был достаточно стационарен, достаточно стабилен в каком-то временном промежутке, то и модельная его дисперсия будет достаточно плотно прилегать к своему ряду, то есть доверительные интервалы будут плотно его облегать. Если же случился какой-то структурный сдвиг, как, например, по центру наших предсказанных значений, случилась какая-то аномалия или еще что-то,
сразу же у нас возникает большая ошибка, большое отклонение от предсказанных значений, а значит, сразу же наше модельное отклонение будет расширяться, в результате чего мы получаем вот эти вот пики в доверительных интервалах. А чем это замечательно? Один раз настроив параметры нашей модели, как об этой гамме, мы, по большому счету, можем дальше не беспокоиться о ее судьбе, потому что она под различные структурные изменения ряда будет подстраиваться, моделируя дисперсию соответственно. И в этом случае такая модель, она достаточно устойчива, если запихивать ее в систему аномалий. Не требует такого частого переобучения, то есть если что-то кардинально не поменялось в ряде, там новые тренды добавились, новые сезонные компоненты, и она позволяет неплохо детектировать аномалии. Более того, можем добавить в модель возможность расширять неопределенность при прогнозе. То есть вот здесь вот после 2500 значения, серая область — это как раз прогноз нашей модели, она не видит здесь фактических значений ряда, она только прогнозирует, и видно, что расширяется доверительный интервал за счет того, что мы это указали в модельной дисперсии, модельном отклонении по методу Бутлага. Там с каждым шагом на 10% увеличивается это самое отклонение. И более того, можно даже посмотреть на график этого самого отклонения, как он выглядит. То есть вот это наша модельная скала получается для нашего временного ряда. Видно вот этот большой-большой пик, который у нас возник после того, как вышло обновление, структурно сдвинулся ряд наверх, у нас и тренд, расширились доверительные интервалы. А дальше он достаточно быстро схлопывается до прежних значений, потому что ряд выходит на более-менее стабильное поведение. Это удобно, и это позволяет повысить стабильность модели, что очень плохо. Так, про кросс-валидацию мы с вами поговорили, замечательно. Теперь немножко про эконометрический подход. В эконометрике временными рядами занимаются очень-очень-очень давно. Есть много разных подходов, много разных методов, много разных моделей. И, собственно, когда я учился в Плехановском университете и в СМФ МГУ про эконометрический подход, разговор в основном шел, а не про что-то еще. Модели, различные семейства Арима и ее бесконечное расширение, векторной авторегрессии и прочее, и прочее. Большое семейство моделей, которое подразумевает, во-первых, различные теоретические свойства, которыми должен обладать ряд для того, чтобы можно было моделировать. А во-вторых, достаточно сложную настройку всех параметров модели. Возможно, вы уже смотрели, как настраивать Арима модель в туториале, который лежит на GitHub, тоже в MLCourse Open. И там достаточно много шагов. Это не какой-то Винтерса модель, где запилили эту модель, быстренько подобрали параметры, и все хорошо. Это огромное исследование временного ряда, понимание его свойств, понимание стационарен он или нет, поведение в стационарности и так далее, и так далее. Собственно, не то, чтобы я очень люблю этот подход, но тем не менее сказать про него стоит, потому что он существует, он активно используется, особенно по финансах, насколько мне известно. Поэтому приступим. Немножко поговорим про стационарность. Собственно, что такое стационарность? Это такое свойство нашего процесса, при котором он не меняет свои статистические характеристики с течением времени. А именно, у него должно быть постоянное мат-ожидание, у него должна быть постоянная дисперсия. Это также известно под страшным словом гомоскедастичность или гетероскедастичность, если дисперсия не постоянна. И, наконец, автокорреляция должна быть постоянна и не зависеть, и зависит, наоборот, только от расстояния между наблюдениями, а не от времени. То есть, условно, если мы возьмем разные куски ряда и посмотрим там на автокорреляционные функции, ее значение должно быть постоянно в этом ряду. К сожалению, эти три замечательные свойства не выполняются примерно никогда. Вот здесь есть такие наивные примеры, которые я потаскал из замечательного поста Шон Абу, что мне тоже перейти и посмотреть. Очень хорошие картинки, которые показывают, что, собственно, с рядом может быть не так, и почему его придется готовить дополнительно, чтобы наконец-то перейти к моделированию. В первом случае он является стационарным, потому что его мат-ожидание со временем растет. Что значит мат-ожидание со временем растет? Да просто у нас есть тренд.
в нашем ряду. И какой бы тренд ни был, восходящий, нисходящий или какой-нибудь сложный, в любом случае наш ряд будет не стационарен, а значит, так сразу эконометрические модели использовать мы не сможем. Придется его очищать, придется с этим бороться. Во втором случае нам, например, не повезло с дисперсией нашего ряда, потому что разброс значений существенно варьируется вокруг нашего тренда в зависимости от периода. То есть тоже в этом случае мы не можем сказать, что ряд обладает гомоскедастичностью, постоянной дисперсией, а значит, он не стационарен, и снова не можем ничего с этим сразу сходу сделать. И, наконец, на последнем графике видно такой небольшой кластер в середине ряда, где внезапно у нас меняется сезонность, скорее всего, образует этот кластер, и мы получаем непостоянство ковариации. То есть автоковариационная функция у нас здесь рушится, постоянства мы никакого не получим, и все будет плохо. Собственно, почему нам нужно все-таки ряд стационарен, чтобы был стационарен, этот красивый зелененький? Потому что мы полагаем, что будущие статистические характеристики не должны отличаться от того, что мы видим сегодня. Наша модель, она фактически оценивает эти статистические характеристики ряда, подгоняется под них и очень сильно надеется, что в будущем они будут примерно такими же. Если это вдруг не так, мы просто не смоделировали наш ряд, мы не учли тренды, например, не учли сезонности, каких-то структурных изменений, и в результате наша модель просто на будущих значениях помрет. Будет давать очень большую ошибку, и все будет плохо. Предсказания окажутся в корне неверными. Поэтому нужно будет с нестационарностью бороться. Сначала нужно, кстати, посмотреть, как она еще может выглядеть и откуда она, в принципе, берется. Для того, чтобы проверить, стационарен ряд или нет, есть замечательный статистический критерий. Собственно, к нему мы сейчас и перейдем. И поговорим о том, откуда он берется. Сначала построим график белого шума. Ну, вот он как-то сгенерировался. Обычный белый шум из Numpy Random Normal. Тысяча наблюдений, которые замечательно распределены вокруг нуля. И дисперсия у них единица по умолчанию. И замечательно. Мы говорим, что этот ряд постоянен по мат-ожиданию, постоянен по дисперсию и стационарен. Соответственно, теперь попробуем на основании этого процесса, который мы сгенерировали, получить новый процесс, в котором каждое последующее значение будет зависеть от предыдущего. То есть фактически мы смоделируем некоторую зависимость в нашем временном ряду, потому что сейчас белый шум, все наблюдения независимы и одинаково распределены, а мы постараемся привнести некоторую структуру в этот временной ряд. А именно, каждое наше следующее значение с коэффициентом ρ будет зависеть от предыдущего. И посмотрим, что у нас будет происходить, если мы будем варьировать это самое ρ. И поехали генерировать. Собственно, 3 ρ равно 0. Ну, получаем тот же самый белый шум, который был у нас до этого. Потому что наше значение текущего ряда не зависит от предыдущего. Это просто ошибка, просто белый шум. Замечательно. И критерий Диттихуллера тоже нам говорит, что ряд стационарен. Увеличим ρ до 0,6. Посмотрим снова на ряд. Видно, что какая-то небольшая структура уже стала появляться. Где-то он какими-то кластерами обрастает, где-то появляются первые зачатки трендов, что-то начинает в этом ряду меняться и проявляться. Но Диттихуллер все еще настаивает, что ряд стационарен. В принципе, мы тоже видим, что далеко его не заносит. Вверх-вниз он никуда не уходит, все еще колеблется вокруг нуля, и дисперсия тоже не ушла в разнос. Замечательно. Увеличиваем ро дальше, до 0,9. Смотрим на наш ряд. Вот уже видно, что, во-первых, у нас появляются некоторые кластеры дисперсии. Вначале она, например, чуть повыше, в середине она чуть поменьше. Где-то большие выбросы, где-то маленькие. Мы получили какую-то даже подобие цикличности. Ну, ладно, циклами это назвать нельзя, они все-таки не детерминированы, но тем не менее видно, что ряд теперь стал не такой уж случайный. Наконец, Диттихуллер все еще говорит, что ряд стационарен. Его дисперсия постоянная, его мат-ожидание постоянное. Все хорошо. И, наконец, мы увеличиваем до единички. Смотрим, что получается. Наш ряд ушел куда-то никуда. Наш ряд стал случайным блужданием. И, в принципе, все стало плохо. Дисперсия у нас теперь зависит
непонятно от чего. Мат-ожидания у нас вообще съехало вниз куда-то к минус 20 под конец. Зависимости тоже какие-то странные. Так, не стационарий, о чем нам говорит Виталий Витти-Фуллер. А значит, нам придется это дело каким-то образом для моделей лечить. Собственно, на чем основан этот критерий Витти-Фуллера? Так как мы моделировали нашу переменную в качестве зависимости между текущим и предыдущим значением от ρ, то есть мы просто вычтем сейчас из нашего текущего значения предыдущее, и мы останемся с выражением плане xt-xt-1, ρ-1 на xt-1. То есть, что мы получили? Мы вычли из текущего значения ряда предыдущего, и эта штука равна ρ-1 на предыдущее значение ряда. Если ρ у нас равно единичке, то первые разности дадут стационарный белый шум Е. Просто занулится все это дело, и справа все будет хорошо. Мы получим стационарный ряд. А значит, если такое вот простое преобразование, как вычитание первых разностей, дает нам снова белый шум, то ряд у нас исходный, не стационарный. И этот факт и лежит в основе критерия Витти-Фуллера на проверку единичного корня. Собственно, единичный корень – это проверка на равенство параметра ρ единичка. Соответственно, с этим критерием вооружившись, мы теперь будем готовить наш ряд исходный с онлайном игроков и пытаться построить замечательную Сарину модель. А про саму модель я так подробно говорить не буду, просто потому что они писали уже несколько раз и на Хабре, и туториалы по ней есть, и статьи по ней есть, и более того, у Юры есть большой подробный туториал о том, как готовить Сарину модель, который лежит, по-моему, в топе 2 на GitHub'е, в том же разделе, где лежит текущая версия. Вот. Поэтому про то, как, собственно, модель подготавливать, сильно останавливаться не буду. И о том, как она выглядит, тоже рассказывать не будем. А вот о том, как подготавливать ряд, поговорим. Просто чтобы пройти через все эти круги ада, через все эти замечательные стадии подготовки. Собственно, что делает это... Что делает эта замечательная функция TimeSeriesPlot? Она просто строит наш исходный ряд, не преобразованный, и строит автокоррекционную и частную автокоррекционную функцию. Что такое автокоррекционная функция? Это функция, которая показывает фактически корреляцию, зависимость между рядом и им самим же, но со сдвигом. То есть, например, если мы возьмем ряд и сдвинем его на единичку вниз, потом посчитаем корреляцию между исходным рядом и таким сдвинутым, мы получим автокорреляцию для первого лага. Сдвинем на два шага, автокорреляцию для второго лага и так далее, и так далее. И получим график, который у нас сейчас слева внизу находится. Это как раз автокорреляция для нашего ряда. Однако они не так могут быть показательны, потому что каждый раз мы не очищаем наш ряд от воздействия всех остальных лагов, к сожалению. И для этого у нас есть частная автокорреляционная функция, которая как раз борется сначала с влиянием всех остальных лагов на наше текущее значение автокорреляции. Что она делает? Сначала мы точно так же сдвигаем ряд на один шаг, считаем автокорреляцию, получаем значение, а вот для того, чтобы получить корреляцию между текущим значением ряда и сдвинутым на два шага, нам сначала нужно будет построить линейную регрессию сдвинутого на один шаг ряда по ряду, который сдвинут на два и так далее шагов, и очистить наш исходный ряд от влияния всех остальных факторов и посчитать корреляцию после этого. В результате мы получим частную автокорреляционную функцию, график которой у нас есть справа. Она чуть более информативна, в ней нет таких вот волнообразных скачков, которые говорят о том, что в ряду у нас есть сезонность, и она чисто показывает зависимость нашего текущего значения ряда от различных его лагов. Соответственно, если мы посмотрим наш исходный ряд и на критерии Витти-Фуллера, мы видим, что все плохо, ряд не стационарный, значит, нужно с ним как-то бороться. И первое, что мы можем сделать, это попробовать полечить его дисперсию. Дисперсию можно лечить преобразованием бокса-кокса. В принципе, иногда это может, конечно, спасти, но, к сожалению, в данном случае не сработало. Даже после преобразования бокса-кокса критерий Витти-Фуллера все еще говорит о том, что ряд не стационарен.
Уже видно, что он стал чуть-чуть поуже, значения стали чуть плотнее. Не такая сильная дисперсия у нашего ряда, но тем не менее мы еще не до конца его очистили. Что у нас осталось? Судя по автокорреляционной функции, у нас осталась куча сезонности. Значит, будем очищать по сезонности. Для этого можем взять сезонные разности. Что это такое? По сути, это то же самое, что первые, вторые и так далее разности, только мы выбираем маг, который соответствует нашей подразумеваемой сезонной компоненте в ряду. В данном случае мы считаем, что у нас ряд обладает часовой сезонностью и недельной, и дневной сезонностью. А значит, если мы умножим 24 часа на 7 дней в неделю, то мы получим как раз число компонент, которые должны были получить нашу сезонность в ряде. И если мы вычтем из каждого значения ряда соответствующее ему прошлое значение сезонного, то мы получим более-менее очищенный ряд, в чем мы сейчас и более-менее убедимся. Критерий Дикки-Хулера наконец-то отверг нулевую гипотезу о нестационарности. Однако по автокорреляции мы теперь видим, что все еще есть большое число значимых лагов, что тоже не есть хорошо. Мы все еще не можем хорошо приблизить нашу функцию. Полечим это первыми разностями, которые, в принципе, убивают любую сезонность, оставшуюся в нашем ряде. Делаем Shift 1 и получаем новый график, в котором критерий Дикки-Хулера равен значению нулю. Эпидолия равен нулю, а значит, мы отвергаем нулевую гипотезу о нестационарности. Наш ряд наконец-то стационарен после всех этих преобразований. Кокса-кокса, сезонных разностей, первых разностей. Мы получили вот такое вот замечательное непонятно что, что колеблется вокруг нуля. У него более-менее дисперсия одинаковая, есть небольшие выбросы, но они на критерии уже значительно не влияют. Собственно, после того, как мы сделали вот такие замечательные преобразования, мы наконец-то можем построить модель. И здесь начинается самое интересное. Как я уже говорил, про построение модели Арины и Салины есть целых две статьи, отдельные статьи, о том, как понимать, какие параметры нужно использовать, как эти параметры подбирать, оценивать по внешнему виду автокорреляционные и частные автокорреляционные функции и так далее, и так далее. В общем, все это довольно большая история. А сейчас я, к сожалению, не буду прогонять этот код, потому что у меня на моем компе он занял, по-моему, 6 или 8 часов с подбором оптимальных параметров, а сама модель учится здесь 15 минут, на моем компе на самом деле училась медленно. Поэтому сразу перейдем к красивому графику. Посмотрим, как эта модель будет выглядеть после того, как мы наконец-то ее построили и получили эти оценки по D и прочее, прочее. Собственно, наша средняя абсолютная ошибка составила всего лишь 1200 пользователей. Как видно на тестовом датасете, вот этот серенький прогноз, что-то у нас неплохое получилось действительно. Модель хорошо объясняет действительно наш исходный ряд. Она учитывает сезонность, она находит тренды. И все в ней вроде бы замечательно, кроме одного. Модель строилась 15 минут, параметры подбирались 6 часов, на написание кода по подготовке графиков, на исследование самого временного ряда, на подбор всех необходимых разностей ушло, допустим, еще час-полтора. В результате мы получаем довольно большое время на построение одной единственной модели, которая строит один единственный прогноз по одному ряду. Кажется, что это не самый оптимальный способ, и мне, например, он не понравился совершенно, потому что находить каждый раз индивидуальный подход к временному ряду – это не то чтобы интересное занятие. Безусловно, все это дело можно автоматизировать, и проверки, и тестирование, и подбор параметров, но само обучение модели все еще очень долго, потому что сходимость у меня достаточно медленная, мы перебираем достаточно много параметров, чтобы грамотно оценить и сезонность, и все, что у нас есть. В результате слишком много времени уходит. Невозможно, например, строить систему по поиску аномалий по часовых данных, если у вас модель строится 6 часов. Ну, то есть никак, к сожалению. Поэтому, несмотря на то, что все у нас очень хорошо, и ошибка самая маленькая, как потом выяснилось, и у всех остальных моделей, это не оптимальный вариант. Надо искать что-то еще. Так, и что-то еще. Сейчас мы сначала перейдем в презентацию. Так, сюда. Есть. Так,
презентация пока немножко тайна. Да. Профит. Возможно, кто-то из вас уже слышал, возможно, нет. Facebook опубликовал уже довольно давно, год, кажется, назад, поменьше, свою открытую библиотеку «Пророк» для прогнозирования временных рядов. Замечательная на самом деле вещь, потому что это модель, которая работает из коробки. В ней заложены те же самые принципы, что используются в модели Хольта-Винтерса. Она точно так же умеет выделять сезонность, тренд, различные компоненты ряда, прогнозирует их отдельно и в итоге складывает в финальный прогноз нашей модели. Может делать прогноз на неопределенное число шагов вперед, это не просто исходящий средний, прогнозирование долгосрочное, и все бы мне было хорошо, кроме, наверное, нескольких поинтов. Собственно, какие плюсы? Работает из коробки, загружаете свои данные, можно вносить какие-то кастомные изменения, например, если вы знаете, что ваш ряд обладает большими выбросами из-за того, что эти дни специфичны для вашего бизнеса, условно, это какие-то выходные, распродажи или еще что-то, это можно включить в качестве данной переменной в модель пророка. Он очень прост в использовании, очень простой API, все красиво, понятно, интуитивно. Документация тоже замечательно написана, кстати, непривычно для Facebook, но тем не менее. И все было хорошо. Но какие минусы? Он не такой уж точный. Причем даже не только сравнивая с Ариной. Арина модель, которая самая точная, но и с другими методами. Действительно, настроить пророка бывает сложно под свой ряд. Есть достаточно много настраиваемых параметров, которые можно тоже перебирать и смотреть, что будет работать для вашего временного ряда. Но опять же, иногда проще бывает построить свою модель быстрее и дешевле, чем разбираться в фишках пророка, настраивать что-то, ну и развиться с ним. Плюс, по крайней мере, до недавнего времени он не работал или странно работал с нестандартными для пророка периодами данных. То есть, условно, если у вас какая-нибудь секундная периодичность или минутная, или по месяцам длится ваши тики во временном ряду, пророк с этим, скорее всего, не справится. Он заточен под работу с дневными данными и особенно хорошо себя показывает на годовых. Если у вас есть несколько десятков лет наблюдений, пророк замечательно справится, экстраполирует и построит хороший прогноз. Так, можем, собственно, это посмотреть сейчас. Перейдем опять в Jupyter Notebook. Так, перешли. Да, вот он наш пророк. Здесь я использую ноутбук, который Маша Мансурова подготовила. Ее статья на Хабре. Предсказываем будущее с помощью библиотеки Facebook Profit. И, собственно, здесь она предсказывала популярность статьи на Хабре. Так, она будет здесь предсказание. Да. Здесь предсказание на супер. Тогда также. Так, вот она библиотека Profit, с ним импортируем наш код Profit, несколько функций плоти, чтобы было красиво и хорошо. И тот же самый наш временной ряд с онлайном наших пользователей. Как вы помните, у нас здесь часовые тики, пророк это скорее всего не проживет, поэтому нам придется сделать ресэмпл наших данных, переагрегировать их, посчитав просто средние по часам и сказав, что это дневные данные. Если мы построим наш график, то вот он у нас так и будет. Вот наше агрегирование любые. Так, по-моему, для рестарта это плохо. Сейчас мы рестарт его отпустим, чтобы было интересно. Вот. И так. Что-то сюда погоним. Да, вижу. Итак, для того, чтобы использовать библиотеку Пророк, нам из нашего исходного временного ряда, который выглядел. Наш исходный датасет выглядел примерно вот так. У нас была одна колонка users, у нас был индекс time, в котором в формате pd_date_time были записаны дневные наблюдения. Чтобы работать с Facebook пророком, нам нужно из наших данных сделать две колоночки. Первая будет называться ds, а вторая y. Что мы, собственно, и делаем. Запомним, что мы захотим сделать предсказание на 30 шагов
вперед. Для этого мы обучим данные, вызовем нашего пророка и обучим модельку. Обучается она достаточно быстро, и это здорово. Для того, чтобы сделать прогноз, нам сначала нужно получить точно такой же формат датасета для будущего периода. Для этого в Facebook пророке есть функция метод MakeFutureDataFrame, в котором мы просто указываем число периодов, на которые мы хотим продлить наш временной ряд, и он сам создает нам кусочек этого временного ряда с необходимым названием столбца DS. Дальше говорим Edit, смотрим, что все хорошо, и посмотрим на TV-форкаст. Вот он у нас вылез, замечательно. Есть много-много всяких разных параметров. О них можно почитать как раз в статье Маши. Ну, что здесь происходит? Он одновременно оценивает все компоненты и делает предсказания по ниже. И вот в финале у нас есть наш лайфхак. Это наше предсказание рядом. Можно его построить. И замечательно. У нас все произвело никуда. Что-то пошло не так, что-то поломалось. И нужно будет это починить. Скорее всего, здесь либо старый пророк, либо что-то еще. Попробуем через неделю сезонность. Там называется. Так. Верный, жителя. Да, жаль. Что ж, могу сказать, что на моей стороне и на моем компе все работало. Здесь, как видите, пророк повел себя не очень хорошо, к сожалению. Почему? Так сразу не скажу. Опять же, вот это его недостаток. С коробкой не всегда работает, какие-то параметры мы можем настраивать, какие-то нет. Возможно, не обновленные версии, поэтому все замечательно. И он сам ушел в дневную сезонность. Честно говоря, не могу сказать сейчас, но это я обязательно потом почину, и в выложенном ноутбуке уже все будет замечательно. Но, тем не менее, можно посмотреть на компоненты, которые он пытался спрогнозировать. Вот он здесь точно так же выделил тренд какой-то не спадающий. Оценил сезонные компоненты по неделям. Сказал, что в понедельник, в субботу и воскресенье у нас больше игроков онлайн, то будем, там всегда у нас меньше. И вот он здесь попытался что-то. Судя по всему, он учел годовую сезонность, хотя я его не просил. Попробуем сказать, что нам не нужна годовая сезонность. И надо в этом случае он сработает получше. Но это не точно. Да, действительно. Вот это как раз и был тот коробочный случай. По умолчанию пытался учесть какую-то годовую сезонность, несмотря на то, что в нашем временном ряду даже не было года наблюдений. В новой версии, к счастью, он так по умолчанию ничего не делает. Все сезонности нужно задавать ему самому, если вы подразумеваете их наличие в временном ряду. Но сейчас прогноз получился гораздо приятнее. Наши точки исходного ряда, синенькая это прогноз или любое это доверительные интервалы, которые сам построил Facebook. И видно, что он еще и тренд не спадающий, и сезонность хорошо видна, и более-менее он попадает под наш временной ряд. Конечно, с выбросами он справляется не очень хорошо. С другой стороны, для поиска аномалий, возможно, это даже полезно. Потому что вот эта точка, вот эта точка наверху, можно совершенно спокойно и бескоробочно, опять же, считать аномалии в нашем временном ряду и сделать соответствующую нотификацию, уведомление, то, что угодно, на основании такого простого решения. Это достаточно приятно. Более того, да, прогноз, в принципе, тоже достаточно адекватный. Что не очень хорошо, как видите, доверительный интервал везде постоянный, независимо от того, насколько Facebook ошибается в каких местах. Это не есть хорошо, как раз из-за таких структурных сдвигов. И модель Хойта-Винтерса в этом смысле гораздо приятнее выглядит, потому что при больших изменениях в ряде, при больших ошибках, она это учтет в своих доверительных интервалах. Facebook это нативно отказывается делать. Доверительный интервал везде одинаковый. Вот, это что касается такой замечательной библиотеки, как Пророк. Довольно интересно, на самом деле, и стоит поиграться с таким бескоробочным решением. У Маши в статье она прогнозировала популярность статей на Хабре, или число опубликованных статей на Хабре, честно говоря, не помню. И там тоже довольно интересные результаты. И
что особенно приятно в сравнении с Арина моделью, которая тоже у меня там строила несколько часов. Интересные выводы, интересные результаты. Рекомендую познакомиться с этой статьей, с этим ноутбуком, если вам интересно такое коробочное решение по порогу. Ну, а мы пойдем дальше. Так, снова, наверное, переключусь на презентацию временно. Замечательно, да. Собственно, что дальше? Мы посмотрели на разные методы. Мы посмотрели на методы, которые основаны на каких-то статистиках по ряду. Прошу прощения. Мы посмотрели на различные скользящие средние, на взвешенные параметры. Смотрели, как можно с помощью них ловить аномалии, прогнозировать ряды. С экспоненциальным сглаживанием познакомились. Посмотрели на кинематический подход и вот на коробочный подход с фейсбуком. К сожалению, это все были стадии, или к счастью, не знаю, это все были стадии моего исследования, что стоит использовать для детектирования аномалий в временных рядах. К счастью, я догадался не пробовать RNN и STM модели, несмотря на то, что в многих статьях пишут о том, как они здорово заходят для детектирования серверных различных ошибок. Все это было очень долго, затратил очень много времени на исследование, на подбор оптимальных моделей, на строение сарины несколько часов. Каждый раз я убеждался, что модели либо обладают достаточной скоростью работы, как в случае с сариной, то есть слишком долго учится, это просто не подойдет, либо недостаточной обобщающей способностью, то есть одну и ту же модель нельзя было просто взять с одной и той же обработки данных для разных аминокридов построить. Слишком по-разному все это дело выглядело, никаких общих паттернов они выделить были не способны. Каждый раз приходилось индивидуально смотреть на аминокрид, либо приводить его в стационарности своими методами. Где-то сезонность была другая, где-то тренды нужно было вычищать адекватнее и так далее. И все это было не очень продуктивно, скажем так. Поэтому начал копать в другую сторону, и ответ пришел с кегловских соревнований, наверное. И, в принципе, с таких немного нестандартных возможных подходов. Собственно, основной принцип, конечно, это сделать что-то, что будет работать быстро, дешево и качественно. А что может работать быстрее, дешевле и, наверное, даже качественнее, чем линейная регрессия с грамотно подобранными печами и хорошо предобработанными данными? Собственно, с этим я и стал развлекаться и начал смотреть, какие можно извлекать признаки из самого временного ряда. То есть не надеяться на то, что модель поймет, какой там есть тренд, какая там есть сезонность, какие компоненты еще сама все дело разложит, отдельно спрогнозирует, а потом подсуммирует и получит прогноз. А что если я это сделаю сам, просто на основании какого-то здравого смысла, логики, посмотреть на ряд, посмотреть, что можно из него вытащить, и что из этого получится. Собственно, какие признаки можно извлекать? На Хабре в рамках курса уже была эта статья про извлечение признаков, в том числе из временных рядов. Я не помню, наверное, статьи можно посмотреть. Собственно, первое, самое очевидное, конечно же, это лаги нашей целевой переменной. У нас есть наша переменная Y. Хорошо, допустим, мы хотим предсказать текущее значение по прошлому. Окей, добавим наш тренировочный тесет, прошлое значение ряда. Например, мы хотим посмотреть еще и на позапрошлое значение, там до 7 лага углу. Хорошо, все это добавим в наш тренировочный тесет и сможем их использовать как признаки для нашей целевой переменной. Дальше. Само время, наш индекс временного ряда тоже обладает огромным количеством информации. Во-первых, можно использовать данные переменные по временным периодам. Вот эти вот тики, часовые, не знаю, дневные, годовые и так далее, в них зашита информация о том, когда этот временной, когда это наблюдение временного ряда к нам пришло, в какой день недели, в какой месяц года, был ли это праздник, или это был будний день, или рабочий день и так далее, выходные, какие-то специфические для бизнеса дни и так далее, и так далее. Все это можно использовать в качестве данных переменных. И опять же, этим обогащается наш тренировочный датасет. Пророки это тоже можно сделать, немножко нестандартно, наверное. Можно передавать списки наших тиков, в которых будут отмечены те дни, которые мы считаем
на Мальдиве, например, или в Дании, и он сможет там на них адекватно обучиться. То есть он не будет просто учитывать выбросы этих в своем прогнозе. То же самое можно сделать и для Arena модели, потому что это все-таки авторегрессия, и туда можно выдвигать чуть-чуть побольше ключей и коэффициентов оценить чуть-чуть побольше. Однако модель все равно будет обучаться долго. Линейная регрессия с этими признаками обучится гораздо быстрее. Еще одно интересное преобразование, которое кто-то рекомендует делать, кто-то нет, лично у меня оно очень хорошо зашло, это средний по таргету. То есть можно не просто выделять данные переменные по нашим выделенным периодам. Ну, например, день недели. Включать маркетинг кодинг на день недели, 6 колонок, потому что 7-я реально закидываем. И у нас там и единичка. Вроде бы все замечательно, скармливаем эту модель и что-то там обучится. А можно сделать одну единственную переменную. Потому что не всегда имеет смысл так сильно развивать датасет. Например, у вас там, не знаю, какая-нибудь секундная, минутная сезонность, но его достаточно много, потом кодинг сильно разрастется, и, наверное, можно как-то признаковое пространство сократить и сделать его компактнее и приятнее для работы. В этом сильно помогает как раз средний по таргету. То есть, что мы делаем? Например, это понедельник. Окей. Посчитаем среднее значение по нашему временному ряду по всем понедельникам. И это будет нашим признаком. Считать, конечно же, будем только на тренировочном датасете. А для тестового датасета это среднее будет просто нашим данным значением. И вот эта штука, во-первых, позволяет неплохо сгладить прогнозы, потому что, само собой, среднее значение ряда – это очень хороший признак, он хорошо заходит, и модели радостно его прожевывают, и в результате чего получается прогноз, который лучше повторяет исходный ряд, лучше повторяет его зависимости, его изменения, и ему понравилось. И, наконец, это могут быть какие-то внешние факторы, не только временным рядом можно наслаждаться, можно дополнить его какой-то еще информацией, например, другим временным рядом, который внезапно оказывается связанным. Это уже что-то, наверное, специфичное для конкретной задачи может быть. Не знаю, два сервера работают вместе, когда один падает, второго растет нагрузка, или что-нибудь в этом роде, какая-то там лаговая беззависимость, такие можно тоже включить в качестве признака и использовать для моделирования. И это тоже очень неплохо заходит. Собственно, сейчас мы посмотрим, как можно эти вещи использовать. Так, мы с ним переходим в браузер и переходим в изучение признака. Да, вот у нас изучение признаков. Собственно, функция code min. Да, функция code min. Что она делает? Она как раз считает среднее по нашему категориальному признаку, который мы сами задали. Например, среднее по дням недели. Собственно, создадим новый датафрейм. Добавим в него некоторые признаки. Начнем с данных признаков, а именно с часа, с дня недели и является ли текущий день выходной. Вот, например, у нас получился именно такой датасет, в котором мы из нашего индекса временного ряда смогли извлечь номер часа, номер дня недели и является ли этот день недели выходным или нет. Замечательно, получили какие-то признаки. Теперь то же самое можно посчитать. Сейчас определим. Посчитаем средние по этим дням, и вуаля, мы получили среднее для понедельника, для вторника, для среды и так далее. Можно собственно изначально посмотреть, как это у нас выглядит. И вот примерно, да, замечательно. Понедельник, вторник, среда, и начиная с четверга у нас значение растут вверх, выходные мы достигаем максимум онлайн. Замечательный признак, который можно использовать в нашей модели. Собственно, самое удобное, конечно, завернуть это все в красивую функцию, которая будет делать все за нас в итоге.
Здесь функция включает как раз PR Data. Вот по ней мы можем пройтись. Что она делает? На вход принимает наш исходный ряд, просто данные. В нашем случае это вот такой же DataFrame. И что она в нем делает? Она добавляет лаговые переменные, а именно сдвигает ряд Y на столько лагов, насколько мы скажем, и настолько глубоко, насколько мы захотим. Дальше она добавляет туда еще несколько признаков. Как раз час, день, является ли это день выходной, который мы добавили только что за пределами тела функции. После чего мы считаем среднюю по тренировочной части нашей выборки, чтобы как раз избежать лика будущего в настоящее и не переобучиться. Потом мы выкидываем наши ненужные данные переменные, так как мы закодируем час средними, и виды тоже закодируем средними, то сами значения этих переменных можно уже выполнить. И, наконец, мы разбиваем весь датасет на тренировочную и тестовую выборку. Разбиваем, опять же, учитывая то, что у нас это временной ряд, и тест должен быть будущим, а тренинг должен быть настоящим. Замечательно. Выделяем эту функцию, и давайте попробуем построить линейную регрессию. Сначала мы будем посмотреть на тот датасет, который у нас получится. Собственно, так у нас это будет выглядеть. Например, выглядит трейл. Он довольно большой. Сейчас мы ограничим другим лагом. Допустим, у нас будет только 16. И вот что у нас получилось. Наш финальный X-Trail. Мы взяли наш исходный датасет, отступили 12 лагов назад в историю по нашему временному ряду и добавили это как колоночку лаг 12. То же самое лаг 13, 14, 15. Оставили одну данную переменную, является ли этот день выходным. И вот они наши средние day average и hour average, рассчитанные по тренировочной части выборки. То же самое у нас есть для тестового датасета. То есть тест у нас сейчас те же самые лаги, те же самые средние, посчитанные по трейну. И вот, пожалуйста, мы получили какие-то ключи, которые можно уже засовывать в модель. Обучим простую линейную регрессию. Посмотрим, что же из этого получится. И да, мы что-то даже получили. И это что-то даже выглядит очень правдоподобно. Что же у нас здесь происходит? Там мы получили ошибку в 3000 пользователей. Абсолютная ошибка. Это два с небольшим раза больше, чем ошибка, которую мы получили на Сарина модель. Но если мы померяем время выполнения всего этого кода, да, 71 миллисекунда. По сравнению с 8, как минимум, часами, которые были затрачены с Арима модель для одного ряда, это, по-моему, большой выигрыш. При не таком уж большом проигрыше в качестве. И вроде бы все замечательно, все хорошо, и можно строить линейные интервалы, потому что это обычная линейная регрессия. Само собой, предпосылка Гауссова-Маркова в такой регрессии не то чтобы сильно выполняется. По очень-очень многим пунктам. У нас нет независимого распределения, у нас нет никакой нормальности, по сути у нас ничего нету, и оценки у нас получаются смещенные, нехорошие, вообще все плохо, но прогноз получается хороший. И модель получается неплохой, и более того, для системы по поиску аномалий в итоге я выиграл как раз линейную регрессию. Она зашла лучше всего с грамотно подобранными признаками, и все было просто идеально и замечательно. Соответственно, основное здесь понял в том, что если грамотно выделять признаки из временного ряда, то можно особо и не заморачиваться с пониманием его какой-то структуры, с определением его к стационарности или с оценкой альфа-бета гамма коэффициентов, которые, к сожалению, не всегда оцениваются устойчиво в модели Кольки-Винтерса. Иногда она может пойти в разнос. А все, что нужно, это грамотно подобранные данные и в итоге построенная замечательная модель. Более того, его можно и дальше улучшить. Например, мы знаем, что сейчас здесь достаточно много признаков, минус 48 штук, кажется. Даже больше. Да, 39 у нас. 39 признаков, да, с 12 это 48 лаг.
плюс несколько тех, которые мы выделили. И, скорее всего, часть этих признаков у нас все-таки лишняя. Так, кажется, здесь посмотрим. SMS. Можем посмотреть, например, на корреляции наших признаков и понять, много ли там действительно информации в нем содержится или нет. Для этого просто построим обычный heatmap. И вуаля. Действительно, кажется, что признаки скоррелированы. Кажется, что независимости в них нет. И что мы могли бы обойтись гораздо меньшим числом признаков после какой-то предобработки. ПТА замечательно зайдет, он выделит все необходимые линейные зависимости, все будет хорошо. Ну или можно поступить еще проще, взять какую-нибудь rich регрессию, и пусть она сделает. Пусть она нам некоторые коэффициенты просто уберет. Rich CV. Да, сразу же тогда мы из карьерной навесы вверх импортируем наш замечательный time series split и объявим, что наша reach, а и еще больше она понадобится, так как это reach регрессия, она у нас будет сильно чувствительна к масштабу данных, а значит нам понадобится еще и препроцессинг небольшой. Поэтому мы возьмем например, стандарт сплит. Это достаточно. Все это мы импортировали, и сейчас посмотрим, как это работает reach. Регрессия станет ли у нас лучше. Так, мы берем так. Reach. Это у нас будет reach регрессия. Переводим туда всякие разные альфы. Их там до 100. И скажем, что кросс-валидируйся, пожалуйста. А, да, объект кросс-валидации пока не создали. Создадим объект для кросс-валидации. Там series какой-нибудь CV. Говорим, что это будет там series split. И мы, например, хотим, чтобы число сплитов у нас было равным 5. Замечательный генератор для разделения нашей выборки обучающего нам готов. Передаем этот объект в модель Rich. И теперь обучим его. А, нет, пока не будем обучать, еще не будем обучать. Мы забыли отшифровать наши данные. Скажи, у нас есть стандарт скейлер. И мы подготовим xtrain. Скейлер, который будет равен нашему скейлеру, и transform, а также исходного xtrain. Собственно, для чего мы это делаем? Так как rich regression будет стараться наказывать нашу модель за слишком большие коэффициенты, имеет смысл ввести все данные к одному масштабу просто для того, чтобы у нас не возникла ситуация, что есть один единственный какой-нибудь признак, у которого коэффициент супер большой, и рич просто его занулит. Не хотелось бы такой нехорошей ситуации. Поэтому мы шкалируем наши данные. Так, скейлер мы обучили на трейне и используем на тесты. Тест. Замечательно. Вот теперь мы получили все, что нам нужно. И можем наконец-то обучить нашу модель. Что мы и сделаем. Запустим ее в нашем шкалированном трейне и в нашем обычном обучились. На кросс-валидации Rich там сама подобрала оптимальное значение альфа. Мы можем даже достать. Единичка. Ну, значит, мы очень хотим наказывать. Так, и можно точно такой же красивый график построить. Вот, построить для Rich регрессии. Здесь мы тогда будем использовать Rich. А нет, все, что я забыл. А, ну да, конечно. Мы должны предсказывать не на x-тест, а x-тест скрыл. И замечательно. Мы получили ошибку 3172 пользователя, да? Что ты там скажешь? 3172. А здесь было 3175 пользователей. Ура, rich regression нам еще чуть-чуть повысило качество, правда, совершенно незначительно. На самом деле, можно здесь еще дольше играться с регуляризацией,
например, по SOAR-регрессии, или посмотреть на обработку данных при помощи KAO, в принципе, методом главных компонентов, выделить основные компоненты и так далее, чтобы повысить качество еще дальше. Опять же, это зависит от того, какая перед вами задача стоит. Судя по даже графику этой модели, прогноз достаточно хорош для того, чтобы оправдывать в нем аномалии, что, собственно, я и сделал, и можно дальше сильно не углубляться. Если качество важно, нужно исследовать, во-первых, коэффициенты модели, что они считают важным, что нет, смотреть, где там есть мультиколлинеарность внутри наших признаков, то есть, к сожалению, из-за того, что мы добавили кучу лаговых переменных и признаков негенерированных, большая часть из них зависит друг от друга, в чем примерно, скорее всего. И если это дело не вычистить аккуратненько, мы можем получить нехорошую ситуацию с супербольшими коэффициентами, с переобучением и так далее. То есть здесь все уже зависит от грамотной переобработки данных и от того, насколько хороший вам прогноз нужен. Для моей, например, системки хватило всего ничего. Это буквально признаки средние по таргету по часам. Это парочка лагов и примерно все. И этого оказалось достаточно для того, чтобы система работала как часы, без ложноположительных даже вещей, собственно, где здесь показать. Примеры ее работы, да. Тут зелененькое или нет, как раз фактические значения какого-то там признака, какой-то метрики. Синенькое — это мое предсказание. Ну и все, что выходит за пределы длительного интервала, это аномалия. Работает очень хорошо, чувствительно к действительно аномальным изменениям. Все прекрасно ловит и учится за несколько миллисекунд. То есть несколько сотен временных рядов там прогоняются за, ну, меньше, чем за минуту. И раз в час такое дело запускать очень и очень просто и удобно. И не нужно заморачиваться с индивидуальной подгонкой каждого времени в ряду. Все получается адекватно. Так, ну и наконец, финальный аккорд. Это, конечно же, GigaBoost. Здесь мы... А, ну да. Просто еще раз на кросс-валидации посмотреть, как там что происходит. Собственно, с GigaBoost та же самая история. Раз уж мы получили все наши замечательные признаки, почему бы теперь не попробовать нелинейные методы и посмотреть, что из этого получится. Раз нелинейные методы, что будет с GigaBoost. То же самое абсолютно делаем. Приготавливаем наши данные, загоняем их в GigaBoost, особо без вообще какой-то подгонки, без ничего, сколько там деревьев, прогоняем все это дело и посмотрим, как это работает там. Чуть-чуть, конечно, это подольше. Чуть-чуть, конечно, подольше все это будет учиться, но это красивая картинка получится. Однако, сразу скажу, что с бустингом, в принципе, с лесами нужно быть аккуратным при работе с временными рядами, потому что нативно лес, значит, деревья не умеют учитывать тренды, к сожалению. Так, что-то где-то пошло не так. Что пошло не так? Наверное, где-то что-то не так с данными. Ну, сейчас еще раз их проведем. Вот, пока будем прогонять, собственно, скажу. Да, деревья не справляются с трендами данных, соответственно, если у вас они есть, велик шанс того, что дерево просто переобучится, лес переобучится на тестовой выборке, запомнит какие-то значения и не сможет потом экстраполировать на тестовой выборке то, что она выучила на обучающей. С этим можно бороться, но бороться немножко постыдными, наверное, способами. А именно тренд нужно учитывать как еще один признак, ну, это как один из вариантов. Либо напрочь вычищать из исходных данных, так он строит по ним все ваши признаки, прогонять на этом модели, делать прогноз и прибавлять потом прогнозные значения тренда, полученные, например, линейными методами, либо добавлять его как отдельный признак, значение тренда. Потому что в противном случае, все еще плохо. Что-то здесь пошло не так. К сожалению, не знаю что. Возможно, тоже такой старый вес. Репейер дата работает не так, как хочется. Сейчас это проблема. Вот. И, соответственно, чтобы этого не
происходило, нужно от трендов как-то избавляться. Потому что... Вот, замечательно. Что-то, наверное, где-то там было не так, свободное дерево. Собственно, что у нас произошло? Построилось дерево. И без настроек, без настроек он нам дал 5000 пользователей, ошибка. Пока что это максимально среди тех моделей, которые мы пробовали. Но тем не менее, те же доверительные интервалы, те же аномалии ловятся. Да, есть несколько ложных положительных. Но опять же, здесь не было никакой подготовки данных, это просто коробочное такое решение, которое достаточно быстро можно настроить, особенно если не 1000 людей брать, а 100, и которое достаточно неплохой результат может в итоге дать. Однако, о чем я уже говорил, если у вас, например, ряд по... Все чистили. То есть, если, например, исходный ряд выглядит, ну, условно, так вот, это идет наверх, и мы, например, обучили на нем дерево, и вот здесь вот у нас дальше идут тестовые данные, то, если, например, был здесь восходящий тренд, они не учли это никак в наших признаках, скорее всего, прогноз будет на вот этих вот дальнейших наших значениях, то есть слайд висит. Мы сказали, что слайд висит. Интересно, давно ли он висит? Да, действительно, слайд висит. Что ж, прошу прощения. Да, небольшой факап. Сейчас я вернусь в браузер. Немножко еще посмотрим на вес. Собственно, вот что в итоге получилось. После построения прогноза. Спасибо большое тому, кто Slack написал консистенции, это прям очень и очень хорошо. И вовремя. Да, собственно, то, что получилось с XGBoost. Довольно большая ошибка, но мы не пытались ничего подгонять. Просто из колпы сделали. Да, кстати, здесь еще на YouTube пишут, что на линейную модель можно взять. Да, безусловно, можно взять на линейную модель. Можно в линейную модель, нелинейные ключи подогнать и так далее. Все, опять же, зависит от задачи и от того, что в итоге хочется получить. То есть я нелинейные модели пробовал, ну, просто немножко дольше они обучаются, мне это в итоге не понадобилось. И хватило нелинейных признаков, которые я добавил в обучающую выборку. Собственно, и все. Да, и о чем я говорил? Про экстраполяцию дерева. Если оно обучалось вот в таком вот датасете, где был восходящий тренд, то, скорее всего, экстраполировать оно будет не очень хорошо, какими-то средними значениями. Нарисовать здесь, получается. Вот, но какими-то значениями,
гораздо ниже, чем фактические значения. Почему такое произошло? Дерево выучило сезонные компоненты, о которых мы ему сказали, выучило средние значения ряда по различным разделениям, которые оно делало в процессе обучения. Но, к сожалению, оно не способно экстраполировать исходящий тренд, просто потому что оно не видело таких значений при обучении и не способно, к сожалению, дать их из ниоткуда. Соответственно, либо включать тренд в признаки, либо извлекать его из исходного ряда и прогонять модели на нем. Поэтому мне обычно хватало одних моделей, которые замечательно справляются с трендами, способны их учитывать. И более того, можно даже внести замечательный признак, еще один, под названием, например, yt, деленный на yt минус 1. И фактически эта штука будет моделировать в некотором приближении тренд последнего дня. Можно его расширить, можно там сделать медленные, длинные тренды, неважно. И такая штука просто облегчит жизнь линейной модели. Она будет способна на основании последнего тренда экстраполировать, а куда же должен пойти ряд. Тоже такой небольшой и очень полезный, как казалось, признак, который я использовал. Собственно, в заключении, еще раз подытожив, моделей, подходов, методов очень-очень много. Простые линейные, медленные и так далее методы. Все зависит от задачи и от данных, которые у вас есть, от того, что хочется в итоге получить, либо супервысокое качество, например, на соревновании, когда важен каждый там процент точности по мапе, либо это бизнес-задача, где, в принципе, можно ошибаться при этом 10%, но все равно задача будет замечательно решаться. А в зависимости от этого имеет смысл подбирать и методы, и модели, и способы обработки данных. Собственно, да, для линейных моделей это различные признаки, для нелинейных моделей это тоже различные признаки. У Арима модели есть замечательное семейство Arch и Branch моделей, которые, как и Бриклак, в тройном экспоненциальном сглаживании умеют моделировать дисперсию, и таким образом можно точнее строить доверительные интервалы для прогнозов, чтобы не возникало ситуации, когда они постоянно, как это уже профита. То есть это все можно отдельно исследовать, все зависит от того, что хочется получить. Про полезные ресурсы и в конце статьи, здесь в конце ноутбука немножко есть. Онлайн-учебник — это просто замечательная вещь Дюка, как раз по всем сглаживаниям, по линейным моделям, по Арима моделям. Если интересно, стоит ознакомиться. Несколько статей про то, как применять деревья, решения, случайные леса для прогнозирования временных рядов, тоже достаточно интересная ссылочка. Ну и, наконец, последняя статья. Это как раз построение гарч-моделей для моделирования финансовых показателей. Вот. Ну, честно скажу, финансовыми рядами я занимался только во время обучения в СМФ. И не то, чтобы там было хоть когда-то хорошее качество, потому что это бешеная волатильность все время. Это абсолютно какая-то стохастичность в поведении. И самое лучшее, что можно сделать, это более-менее адекватный доверительный интервал, но никак не получить хороший точечный прогноз, который будет повторяться поведение ряда. Но финансовые ряды – это отдельная история, я им особо не занимался. Так, ну, наши 2 часа уже подошли, как я понял, к концу. Вроде бы я успел рассказать все, что хотелось. Поговорили про профит немножко. Хорошо. Так, поэтому. Буду заканчивать я сейчас свою лекцию по временным рядам. Если у вас есть вопросы, скорее всего, они у кого-то появятся, либо сейчас, либо после просмотра лекции, либо когда я наконец доделаю домашку, в пятницу мы ее вам должны будем выкатить, о чем будет отдельное уведомление в Slack. Вот. Если у вас будут любые вопросы, вы можете задавать их мне в Slack Open Data Science. Свой ник я указал в алерте.
Надеюсь, его можно будет там найти. Вот, если что, да, спрашивайте в Slack напрямую или в канале MLCross Open, пишите в личку, все это как вам уже будет угодно, по любым вопросам. Так, и на этом у меня, пожалуй, все. Большое спасибо за внимание тем, кто сейчас слушал онлайн-лекцию. Спасибо тем, кто будет смотреть ее позже в записи, за то, что уделили времени. Надеюсь, вам было интересно и полезно. По вопросам обращайтесь ко мне в Slack в Open Data Science. На этом у меня все. Спасибо большое и всего доброго.